Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поиграем в игрушку Black Rose. Это интересный хоррор, так что погнали! Криповая игра, где сюжет завязан о смерти. Учится жила парочка влюбленных в похоронном доме. А вот как раз это похоронный дом. Мужик умер. Потом дамочка умерла, и дамочка начала мстить, потому что ей не нравилось, почему так с ней судьба обошлась. Боль в наших телах. Пойдемте сразу наверх, я немножко уже тут побегал, что и как, и более-менее понимаю. Чего нам стоит опасаться? Скажу, эта игрушка... Тут кто-то есть, кроме нас? Как так-то? Мы же не верим всякое потустороннее. Босс... говорит... не подходить близко к Мертли Кофину. Почему? Копальщик... могил... Именно, ну, о нем. Почему босс не нравится, что с ним разговаривают? Возможно, он что-то знает плохое об этом месте, какие-то секреты. Красный, наверное, какой-то спиритизм эта дамочка делала. Так, это я понял. Надо спейс максимально зажать. Далеко тиснуться. И сейчас будет громко. Нет, еще раз. Держим, 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 держим. Вот, ух. Радио, няня. И тут закрыто, да? Угу. Окна в этом доме очень тонированные. Как будто бы тут жили вампиры. Спускайся по лестницам. Кто это был? Кто это или что это, черт возьми, было? Ха-ха, уж так немножко очково. Темный сырой подвал. Лучше бы это был бы Айзек, только не эта игрушка. Какие тут... узкие проходы. Такое чувство, как будто бы это лабиринт Минотавра. Но тут не будет Минотавра. Ну, сейчас напоминает немножко Слендерину какую-то. Только в разы ставящей атмосферой. Тут какой-то проход. Ну-ка. А, мы так кругаля дали, нифига. Блин, как это неприятно. Вон это радионянька. Тут второй монитор. Как кто-то мог со мной разговаривать? Интересно. Как? Так, присесть, кстати, нельзя. Что там такое? Я вот не могу понять. Ты щеколда или что? Ну, не похоже на щеколду. А, не смотри в его глаза. Блин. Блин, блин, блин. Тварь, тварь. Отстань, отстань, сейчас будет скрипота, ребятки. Вот до этого момента я дошел. А дальше все. Что? Куда идти? Иди нахрен. Так что нам нужно что-то делать, да? Куда-то двигаться. Так. Записка.
Она охотится за мной? Ух, напряженочка. Ой, иди отсюда. Иди нахрен. Так, что тут написано? Что-то назад вместе возвращаться с ней в гроб. Подожди, я... Куда мне идти? У меня сейчас есть такой план. Возможно, гроб открыт. И мне нужно вернуться в гроб для того, чтобы что-то там подобрать. И сейчас посмотрим, я прав? Да. Так, все. А теперь как вернуться назад? Тварь. Проваливай сюда. Я ухожу. Пока-пока. О, закрыто. Господи. Блин, там что, никого вейпоинта нету? Давайте сейчас быстро до этого момента добегу. И увидимся. Вот наш момент, когда мы выходим из этого проклятого подвала. Что происходит? Бежим от нее подальше. Опять сюда мы побежим, ее забайтим, чтобы она пошла сюда. Как же темно стало в этом доме, или мне кажется, как будто бы, когда мы только вот тут спавнимся, тут немножечко светлее. Ишь. Что за женщина? Кто она? Что ей нужно? А, я понял, вначале надо сундук потрогать. Сейчас она тут будет, да сразу спавнится. Бежим. А, нет. Вначале я понял, где она будет спавниться. В этой комнате. А, закрыто. Ой, какая-то у тебя стопорная анимация. Ну, все же она. Страшилка, еще та. Сейчас она будет тут, да? Идет сюда прям. Блин, мне конец. Блин, я не мог ключ взять. Еще раз. Мы сюда уже ходим, как на прогулочку. Так, сюда. Ага. Вот это радионянечка. Листочек. С таким корявым почерком. Давай, беги! Я убегаю от тебя. Ух ты ж! Ну ни хрена себе! Есть найдейка. Офигеть. Сейчас мы выбежим отсюда. Мы не хотим с ней иметь таких связей близких. Все, пускай она уходит оттуда. Давай. Ну же! И... Ах ты ж. Она теперь там. У нас есть теперь время тут все пообследовать. А тут нет ничего. О, черт возьми.
Иди нахрен, собака. Проваливай отсюда к чертям. Ой, точнее, дай мне лучше сбежать отсюда к чертям. Так, мы уходим. Стоп, она сзади меня? Ой, как это все давит. О, я иду всего лишь открыть твой сундук. И она пропала, да? Ключ. Откуда может быть ключ? Я предполагаю то, что это... Нет, нельзя, да, это открыть. Подожди-ка. Вообще тут что? Просто пустая комната. Ах, опять идти вниз. Было бы куда стремнее, если бы подвал изменился. Как можем заметить, он все такой же. Is she here? Ага. Смотрите-ка. Господи. Храни Иисус, избавь эту душу от страданий. Да ладно. Давай, черт возьми, мне твои силы когда они так нужны. Господи, это очень было напряжено. Почему-то мышка осталась, все, пропала. Ух ты ж. Думаю, я на монтаже приведу, или, по крайней мере, постараюсь. Ага, теперь двери открыты. Ох. Что? Здорово, меня заперли. Тут навсегда. Подождите-ка, мне надо это. Это чтобы сбежать. Оказывается, нужно было ее запереть. Кстати, вот я еще заметил то, что тут, в печи, спуск вниз. А куда он ведет? Если мы уже были в подвале. However, grief can't explain this feeling. Up until just 4 days ago, I hadn't even known about the history of this funeral home. I already knew that it was ridiculously old, but what I didn't know was that it allegedly harbors some kind of powerful aura which traps and torments the spirits of people who have died in a state of grief or fear. Можно понять? По крайней мере, как я понял. Что за хер? То, что в этот дом приезжали уже люди, которые фокусировались, ну, по крайней мере, ученики. И они не смогли выбраться. Что это такое? Так, это мы уже трогали, блин. Начинаю немножко волноваться. Чтобы ваш сын не играл со столом. С предметами, сервисом. Это не... неправильно, можно так даже, наверное, сказать. Так, visitor room. Visitator room. Это где-то тут, да? Может, в горшке? Нет, тут вот. Но нет. Еще одна записка. This place has a serious lockdown system.
Yesterday was the first time I've ever seen it used, and many of the workers, including myself, were ordered to wait in the family room until the situation was taken care of. No one I've spoken to about it knows why it was done, or at least they won't say. All I know is that these safety glass windows and electronic gates appear to be designed for keeping things in rather than out. I was the first responder that day. I was the first and only person to make it to Myrtle's side before she passed away. She managed to give Sullivan a parting, "I love you," on that baby monitor, but that was the last communication they ever had. The last thing she ever did was give me that piece of paper. It was a short poem she had written for Sullivan earlier that day. She asked me to give it to him, and I promised her I would. Then she slipped away. I guess Sullivan had picked up by Myrtle's weak rasping in the baby monitor that something was happening to her, because soon after she'd passed, he came running into the hall from the upstairs arrangement room. But he was too late. She was gone. That's when he broke down. Сейвинг — это хорошо. Показалось на полуключ. Понятно то, что этот почерк — это именно человек, который приехал сюда с друзьями, с учениками, которые фокусировались на этом. Кстати, опять слетело, да, сенсивити. Все время приходится ее выкручивать, как звук. И, кстати, тут escape не на escape, а на tab. There are a lot of strange things I've seen around this place. For instance, the fireplace that isn't even a real fireplace. It's some kind of ladder shaft, but there's a tough metal grate fastened over it that appears to be controlled electronically, most likely by the lockdown system. I'm assuming the shaft, Al. I asked about it once out of curiosity, but he avoided giving me a direct answer. He told me it broke off of something. I had already assumed this, seeing as it's covered in dirt and rusted around the edges where it had clearly been attached to something for a very long time. Perhaps the biggest mystery I've encountered here is the place Myrtle always went for privacy. She was often depressed, so she was always going into the downstairs hall on her way to wherever it was she went to. В общем, странно то, что у него тоже закрылась дверь, так я понял, и в этом доме есть что-то секретное. Опять она? Нет, нет, нет. Нет. Там что-то появилось. Итак, секретная... Двери нет. А ее вроде и не было, кстати. Секретное что-то в этом доме, и мне кажется, оно... Кстати, надо все проверять, я так понимаю. Это секретное у нас в том самом камине. It turns out that Devin got into the morgue by stealing Sullivan's key card from the office. Mrs. Raines had been in there and forgot to lock it when she left. Nobody knows exactly how the kid figured out the passcode, but considering what a flake his mother is, that's probably just something else she inadvertently compromised. They're burying Sullivan with a few of his belongings from the funeral home. I guess because he had worked here for so long and was so loyal to his job. Michael revealed that one of those belongings is Sullivan's key card. Of course, they would need to deactivate it from the system to avoid any breaches and the chance that it was stolen. But then again, Mrs. Raines would be the one who would do that. I discovered earlier today that... Так. Я видел тут какую-то карту. Так, а где? Вот она, да, она? Ну, пока что хорошо то, что игра дает нам расслабиться. То, что-то подорвало эмоциональное состояние между друзьями, да, и с рабочими. Ну, много читать, но в итоге мы поняли то, что было убийство. Это говорит, что нужно взять розу, поднять ее. И гроб был открыт. Что под столом? Необычно. You won't find it. Ты не сможешь найти это. Ты хочешь найти это? Oh,
Все так же закрыто. Что, блин? Если там не будет, но ритуал какой-то проведен. Это замок лежит. Вот же, это секретная комната. Я уверен, что это именно она. И будем учить с вами английский вместе в этой игре. Так. Еще будет что-то криповое. Что за... А, стоп, тут гроб, еще один, и вот роза. Блин, как это неприятно, это что такое? Подсвечники какие-то. Но почему экран такой? Ох, черт возьми. Какие-то тут, блин, жили всякие. Ритуальщики. Темные. Ну ладно. Давай возьмем. Мне кажется, это херово будет, конечно. Но... Ветер. Ветер, да? Ну да, видно, как колышется. Мне кажется, это единственный выход. Спасибо. Спасибочки. Sullivan James was blind as a bat. Sullivan James. Блин, это забавно и как-то спокойно, когда свет. Везде розы? Нет. Тут розы, да? Sullivan James is coming for you. У меня вселится сейчас, да? Охренеть. То есть это все, да, концовочка? Game over? Так, а где мы остановимся? Сейчас. Мы... Так. А на этом мы будем заканчивать нашу первую серию по столь замечательной страшилке. Инди-страшилке. Ставь лайк, переходи в другие плейлисты, смотри видео. Всем пока!